упражнение становая тяга, классический вариант. Прежде мы подходим максимально близко к штанге. Голень соприкасается с грифом. Стопы параллельно, узкая постановка ног. Итак, мы выполняем наклон за счет сгибания ног в коленном суставе и в тазобедренном суставе. При этом удерживаем прогиб в поясничном отделе. Грудь подаем вперед. Мы выполняем подъем, при этом выполняем выдох. Штанга ведется четко по бедру, скользит по бедру, чтобы у нас был правильный центр тяжести. При таком положении у нас максимально загружаются ягодичная мышца, мышцы заднего бедра, квадрицепс. Лопатки мы стараемся удерживать в сведенном положении. Контролируем отпускание штанги. В классическом варианте нам не нужно подседать глубоко. Примерно одинаковую работу осуществляют мышцы спины и мышцы ног. Не садимся глубоко. Достаточно.